Здравствуйте, мои дорогие друзья, не побоюсь этого слова. Уважаемые гости, мы тоже рады видеть вас всех в нашем детском саду. Ведь круговые танцы, ребята, это древняя форма выражения эмоций и чувств. Многим танцам уже 300 или 500 лет. Представляете, какие это старинные, ребята, танцы? В каждом танце чья-то судьба, чья-то история, традиции и опыт народа. Сегодня танцующие круги перенесут нас в разные места, в разные страны. Мы совершим небольшое кругосветное путешествие. Мы начинаем наш танцевальный марафон круговых танцев. Так сложилось, ребята, что в Удмуртии на сегодняшний день нет еще кругового танца. Никто его не придумал, никто в Удмуртии круговые танцы не танцует. Я думаю, что сегодня, может быть, мы с вами сами придумаем этот круговой удмуртский танец. И он пойдет из года в год, и народ его будет танцевать. И когда вы вырастете большими, может быть, ваши дети уже будут танцевать удмуртский круговой танец, который придумали вы. А сегодня группа «Солнышко» приготовила для всех гостей подарок. Ведь праздник – это всегда подарки. И они вас поздравят с этим праздником и исполнят удмуртский танец. Давайте мы их похлопаем, поддержим. Круговые танцы объединяют одну семью, и настал тот
волшебный час собрать нам первый круг. И мы, как гостеприимные с вами хозяева, да, этого детского сада, в первую очередь уступаем круг нашим гостям, детскому саду 280. Посмотрите, они пришли к нам в гости. Давайте мы их поддержим аплодисментами. Они нас познакомят с танцем Хора Хадера. Ребята, это еврейский танец. Четыре шага. Раз, два, три, четыре. Пяточка, носочек. Раз, два, три, четыре. Пяточка, носочек. Начинаем наш танцевальный марафон круговых танцев. И сегодня старшая группа «Гномы» приглашает нас в солнечную Грецию. Они представят нам танец Миконос. Танец Миконос изначально был мужским. И танцевали его только мужчины. Но уже в современное время сейчас танцуют и гости, которые приезжают в Грецию, и девушки, и мужчины. Этот танец очень торжественный, танец очень нарядный, праздничный. Μαζί του η ζωή, το παρηγόρα γιώθω μας ο ταβερνιάρι, που είχαν τα μάτια του πολλά στον κόσμο δει, που είχαν τα μάτια του πολλά στον κόσμο δει. Υπάρχουν βάσανα στρατή μου που δεν τάδες, μην απελπίζεσαι και μη παρηγομάς. Τους αγαπάει ο Θεός τους του λεφτάδες, καν το σταυρό σου θα χαράξει και για μας. Κάν το σταυρό σου θα χαράξει και για μας. Παραπονιόταν ο στρατής ο φαμελιάρης, πως δεν του γέλασε μια μέρα η χαρά. Και τον εμάλλον ο Θωμάς ο ταβερνιάρης, να μην την παίρνει τη ζωή στα σοβαρά, να μην την παίρνει τη ζωή στα σοβαρά. Υπάρχουν βάσανα στρατή μου που δεν τάδες, μην απελπίζεσαι και μην παρηγομάς. Τους αγαπάει ο Θεός τους του λεφτάδες, καν το σταυρό σου θα χαράξει και για μας. Καν το σταυρό σου θα χαράξει και για μας. Μην απελπίζεσαι και μην παρηγομάς. Τους
А сегодня у нас на фестивале впервые ребята, которым 4 года, 4 кому-то вот, скоро будет 5, средний возраст. У нас никогда средняя группа не танцевала круговые танцы. Это их первый опыт. И они отправят нас с вами в путешествие в Израиль. Мы с вами отправляемся в путешествие в Израиль и танцуем танец Демиротик. Пожалуйста, приветствуем аплодисментами. Thank you.
Thank you.
получается.